Спаси Христос. Богатыри. Братка. Ну, так. Так, физически достал. Смерть я был. Садись, проходи туда, проходи. Проходи дальше. Здесь бабушки сядут. Садись, вот дальше. Проходи, братья. Где братья? Сидят туда дальше. Проходи, проходи туда. К Андрею, проходи. Я сам пойду. Куда они пошли? Последовал за ними. Нет, я первый. Я не понял, куда они идут. Нет, они никто не видел. Я сел уже. Вижу, что-то они. Вожжали. Царь небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Милосердный Создатель, Господь и Бог наш, мы предстали пред Твоим величием и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа благослови это собрание. Все мысли суетные удали, прости каждому согрешение его, что в чистоте сердца мы, призывая Тебя, научились благодарить и славить. Мысли наши направь к горнему. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, мне нужна будет Надя. Зайди сюда. Пожалуйста, дайте минутку. Я сразу все возьму. Так, постарайтесь ни лишнего даже движения не делать. Потому что все это отвлекает внимание. Ты делала предложение, чтобы вели собрание и другие. Я полностью тебя поддержал. Почему с места не двигается? У меня, ты знаешь, практика такая. Если кто-то делает предложение, я в первую очередь узнаю, серьезно или нет, и потом говорю, давай выполняй. А просто предложение делать, у нас очень много хороших предложений, но они никуда не идут. Так? Я предложение делала, чтобы братья проповедовали. Проповедовали? Мы до этого договорились. Когда ездили в деревнях, чтобы братьям слово давать. Не на собрании. Как не на собрании? Не про собрание, Яричка. Ну, к собранию-то тоже готовиться надо. Ты возьми на это дело, особо в молитве или как-то пробить это надо. А в деревнях и проще. Так, поясни, как это ты видишь? Как было раньше, мы ездили с машинами, с детьми? Да, когда мы ездили, выезжали, концерты детские стали, и чтобы братья, ну, потому что вас тащили за 3-9 земель, а бывало, что и никто не приходил, а говорю, надо научить братьев-то, чтобы другие тоже о Христе вот такое самое основное умели, ну, как бы грамотно сказать, на вопросы ответить. Так, что значит слово «научить»? Это научить на улице, научить в соборах, где не учат. У нас это слово не подходит. Да. Здесь... Учение море, океан даже. К нам весь мир приходит, и вот представьте, всю неделю, я приехал месяц, второй, на форум заходит 250 человек, это минимум, в два раза увеличилось после нашей поездки. И ни одного выступления ни у кого нету. Все говорят, а что это за форум? А вот такой, о чем я мечтал, думал. Приходят люди, питаются, и отдельно где-то благодарят, рассказывают, других приводят.
обычно начинают сражаться, не до согласия. Ни одного. Это что-то значит? А мы своих учить, как учить, расскажи конкретно. Да, 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 вот это вот. Поподробнее. Можно? Если не знаешь, я тебе подскажу. Подскажи. На занятия приходи. Есть такой прибор, называется четки или лестовка. В уголок. И Бог научит. Возьмите пример с пророка Исаии. Господь прямо говорит, кого мне послать? Да. Вот а теперь кого не? А что, я крайний? А почему на мне? Сразу. Понимаете как? А он выскочил, я Господи. А себя еще не очистил, уста не очищен. Господь очистит, пошлет. Для тебя уже приготовлены вилы и пилы. Если не знает, кто такой вил, с большой буквы. Это у пророка Иеремии говорится, сокрушу вилла, Владимир Ильич Ленин. Сколько он не мухлевал, попал в эту... Теперь все понимают, что Вавилон это Москва. О нем было сказано в Библии, прикровенно. Так, как учить их? Сергей Павлович однажды предложил, давайте место найдем, где... Как? Отлично! Я ему сказал, начинай трудиться. Найдите место, институт. Мы преподавали в 5 университетах. У меня регулярные встречи во всех отделах милиции, это 5 отделов в Барнауле, гор УВД и край УВД. Это сотни высокообразованных людей, офицер состав. Ну теперь я в стороне. Начинайте. Вам пример показывает. Какой пример? Люди смотрят на дела, а не на слова. Какие еще дела нужны? Мы дошли до края земли. Какая невеликая страна, мы прошли ее вдоль и поперек. И на этом не остановились, теперь Европу колесим. Дайте пример. Какой пример я могу дать-то? Но это не наше, это Бог побудил. Бог дал такую ревность. Мы ревнуем, и нам есть чем явиться. А что вы себя выставляете? А кого я буду выставлять? Тебя? Апостол Иаков говорит, покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе из дел моих. Зачем он это говорит? Город на вершине горы. Мы не хотим говорить. А отовсюду говорят, приезжают люди, которые слышали, это у вас нынче приехали баптисты. Замечательно, в Потеряевку, еще лучше. И они выступают и говорят. Они поехали в какие-то села по Алтайскому краю, а все говорят, вы из Потеряевки? Еду в другое село, а вы из Потеряевки? Это что означает? След остался. Так, предложение постарайся воплотить. Я тебя очень прошу, сестра. Так я сейчас уже и не езжу. А вот они все, братья, перед тобою. Каждого перепиши, спроси, узнай, а молиться начинает всех. Да. Молитва делает такие пробоины в бетонных стенах, куда проходит не комар носиком, молодец. А можно вводить целые эшелоны. Так они готовы уже проповедники. Ты согласна? Так а что не проповедники? Пожалуйста. Ну не то, что мы пойдем в патриархию, пойдем на курсы, там учат катехизаторов. Сергей умудрился на это, батюшка приходит, я смотрю на батюшку, он обычно не смеется. Я говорю, ты вот то ли смеешься, я даже не улыбнулся. Как? Какое-то получить там удостоверение. И Игорь еще, премудрый. Столько ума Бог дал братьям, и они пойдут после наших занятий. После наших занятий, когда к ним приходят и на священника ставят, спрашивают, где. А я ходил на курсы, Лапкин проводит, сразу на третий курс. Как Капранов. Выступает, не знает. Наш человек выступит, он сразу тогда говорит, вот смотрите, как там учат, а что учат. Просто считаем Евангелие, блаженного Феофилакта. У нас ведь я нигде не мудрил, не прибавлял ничего. Ну начинайте дальше делать. У меня мое время занято, я занят. Я сейчас расскажу, что дальше. Так, брат, в конце только я сейчас закончу. Да я хотел к этому добавить, к Наде просто сказать. Наде. Ну, скажи ей, пожалуйста. Это... Я к тому, что сестра просто дерзновение у нее громадное. Ну надо же вспомнить, что сколько мы ходили. Мы 6 лет ходили по квартирам, и она сама с нами была. И там говорили людям, рассказывали. А то, что вот по деревням ездили, это чисто эксклюзивное занятие для Игнатия Тихоновича было. Зайди, пожалуйста, сядьте. Это от Дунги Красовой. Конечно, понятно, что хотелось бы, чтобы тут каждый был проповедником златоустом. Но этого нет, и мы уже знаем друг друга таланты все. Кто проповедует, кто как проповедует и так далее. Если... Ну, братья подключатся, а они не подключаются, ни один. И твой муж, кстати, тоже. Я уже руки опустил, у меня было дерзновение какое-то. Я ходил там и книги, ну, много чем занимался, пытался. Ну, ни один брат не проснулся. Игорь Третьяков заснул. Все? Все. Так, поясняю. Прошлое воскресенье, ну, Надежда Васильевна через стенку. Замок висит. Гляжу, в дверях записка. Ушли к больной, к бабе Вале. Набрали квитков по дороге раздавать, это свидетельство.
Нам достаточно указатель сделать где-то. Вот мы в Махачкале, центральная библиотека, национальная. И вдруг стрелка прям по лестнице показывает, комната для намаза. Маленько дальше смотрим, комната для моления, это одно и то же. Нам этого достаточно было, чтобы мы обратились к директору. А она на замке, можно, чтобы открыли? Можно! И вот там теперь православные, мы молимся, кланяемся, все, засняли, будет выставлено в интернете. Тебе достаточно маленького только намека дать. Умному, говорит, только намек дай. А дураку ему, знаете, кол на голове, говорит, тиши. Это опасное занятие, кол тесать. А события сами идут. Я сейчас попрошу, брат, прочитай вслух вот. На это ссылается иногда, но люди не знают откуда. Я оставлю, можете скопировать себе. Книга профессора А.В. Карташова «Вселенские соборы», страница 476. Я скажу, профессор это за рубежом оказался, у него такие книги прекрасные. Но, когда мы познакомились с митрополитом Виталием, он мне написал, митрополит Виталий Устинов, первый иерарх Русской зарубежной церкви, профессор, кажется, они его то ли в часа, что ли рукоположили, чтобы он мог говорить, вот как меня. И он говорил, проповеди очень информативные, но, сразу же подчеркивает, в них не было чего-то того огня, того пробуждения. Это были голые знания. Знания его неопровержимые. Я взял только знания. Поэтому я заранее предвосхищаю, кто будет говорить, да мы знаем, он был подобен такому-то Шмеману Александру там, или Александру Меню, там скажет Георгию Кочеткову. Не надо перечислять. Все эти наши братья, они были на своем месте. Но вот этот огонь-то, его нельзя пойти, как олимпийский огонь, пробежать и достать. Это дает Бог. А что он всем дает? Написано всем просящим. Меня заинтересовало то, что в Библии написано, если отец, который вместо хлеба подаст камень. Запоминайте, почему? Потому что камень какой и хлеб, они похожи друг на друга-то. Подал ему, это камень. Если тот, кто просит рыбы, подали змею. Ну, рыбу берешь, другую расщуку, она настолько на змею похожа, шевелится. И бывает там еще другая рыба. И кто попросит яйцо, дал бы скорпиона. Кажется, и все, речь закончится. Нет. Так Господь говорит, даст духа просящему него. А духи не было. Речь шла о хлебе, о рыбе, о яйцах. Ну, нормальный магазин, все там есть. Но почему Духа Святого? И нигде толкования нет. А для меня это не остановка. Что значит нет? А мой Бог-то живой. Многое было утеряно. Больше 20 книг упоминается в Ветхом Завете, которых вообще нигде нету. Они упоминаются. Книга царей Израиля, книга судей иудейских, там пророка Гада. Их нигде нету. Зато он говорит, ты не ищи. В Евангелии от Матфея написано, ибо пророки говорили, что наречется Назареем. Не ищи, нигде этого нету. Матфей ссылается, значит, они были известны в то время, теперь мы их не знаем. Они были потеряны по небрежению, потеряны в плену, потеряны по ненависти к пророкам, когда уничтожали, Иеремия 36 глава говорит, он отрезал ножичком и бросал в огонь. Царь Иоаким, Седекия ему имя. Если нам Господь открыл эту истину, и надо возвещать, несмотря ни на что, хотя бы самая малюсенькая возможность где-то была. А возможность сегодня, возможности огромные. Я просто говорю, из своей жизни мне куда ссылаться, я в комнате сижу. Вчера вышел на меня человек, один говорит, я хочу с вами поговорить по скайпу, это такая там система, говоришь друг друга, видать, с кем разговариваем. Я с Самирой разговариваю, с Германией, мы сидим и видим, и бесплатно при том, хоть целый день разговариваем. Я бы хотел с вами говорить, вот система Mail.ru меня закрыли, это сатанинская организация, там все сатанисты собрались в Mail.ru. А я в Mail.ru не работаю. Конечно, я его взял, отвечать ему не буду, скайберу не дам. Что я, ключ от домофона должен каждому на улице давать? Но за Mail.ru я заступился. Да, там евреи, говорят. Ну и что, тем больше заслуживают они благословения. Не проклинать. Кто сатанисты? Они устроили, дали нам бесплатно работать. Мы посылаем сообщение. У меня там 7003 фотографии. Это что-то говорит? 7000. Любой может заходить по папкам, что община, занятие, собрание. Вот сегодня собрание, там будет занятие в занятии. И это бесплатно. Хоть весь мир приходи и смотри. Ну, раньше, год назад было 10 тысяч человек, я их только сказал, 10 тысяч, они появились. Ушло на это 15 секунд. Еще 15 секунд трачу на то, чтобы заложить туда 15 фотографий, 12. 3000 буквок можно послание сделать. Нажал, 10 тысяч получили.
Но, видимо, пакость, я говорю, стали делать, всякий блуд рассылать, на правителей нападать там. И они там прикрыли, я не знаю, просто нигде объяснения-то нету. Ну, кое-что они оставили, все равно это лучше всяких одноклассников, контакты, фейсбуки, там, твиттеры разные, не перечислишь. Мало талики того нет. Мы обязаны заступиться. Они евреи, тем более заслушают благословение. Мы христиане на еврейском сайте, в сервере, в еврейской системе. И сразу выставил полная тишина. Где бы вас ни тронули, неправильно говорят на патриарха, неправильно говорят о правителе, неправильно говорят на мертвого Кеннеди, я тоже вступился и сказал, почему? Внутренний дух побуждает, это бы надо научить. Это неправда. Он был католик, единственный из президентов, который не удостоил внимания масонов. Единственный, который не был среди масонов. И приговор был вынесен еще до, когда он президентом стал. Я начал с Карташова. Знания никогда не помешают. Но чтобы внутренний был огонь, это надо у Бога выпросить. Тебе до всего будет дело. Послушаем, потом я покажу, что из этого. У хронографа Дорофея Мономвасийского записано такое сказание об императоре Фоке. Это страница 476, я указываю, где с книг. Одна книга у меня в руках была. Один богоносный муж, имеющий дерзновение к Богу, слыша о царских злодеяниях, возопил Господу. Господи Боже, за что ты прогневался на народ свой и поставил такого царя-тирана? За что такое наказание? Чем провинился народ твой, что ты предал его во власть такого кровожадного волка? А вы сразу думаете, кровожадного волка кто? Может, это цари такие были? Может, Ленин? Может быть, Хрущев, Сталин, Гитлер, Черчилль, Труман, Рузвельт? Любого поставь туда! И почему ты дал этой стране? Ведь в стране сегодня нам говорят сколько? Ведь практически это 500 миллиардов уничтожено у нас. Если большевики не победили, комсомольская правда на две страницы дает. У нас сегодня было бы 650 миллионов человек, а их 150 не набирается, 500 миллиардов нету. Какой змей Горыныч сожрал? Нам здесь надо задуматься и молитву эту, Господи, да это же про нас говорится. Это кто-то до Бога достучался, имеет дерзновение к Богу. Дерзновение это значит, Бог отвечает ему. И было этому богоносному мужу от Бога откровение. Много я старался найти царя похуже, чтобы наказать народ за его своеволие, но не мог найти хуже Фоки. А ты впредь не искушай судеб Божиих. Что означает не искушай? Не испытывай, не выпрашивай ответа, а почему именно Ленин пришел, царь такой хороший был, расстрелял у него царевин, княжин, царевича 14-летнего, который вообще ни в чем не повинен, перед ними был при советской власти-то. Не искушай. Прими это как есть, начинай молиться и благодарить Бога. Все равно бы они уже умерли. Им сегодня было по 120-130 лет. Они бы не дожили до такого. Теперь они где? И далее я поясняю. Фока был полковником, но сверх доброго императора Маврикия и казнил его и 5 его сыновей, жену и дочерей. Понятно? Такого не было, только Ленин делал так. Больше никто. Обычно женщин не трогают. Если девицы, даже Библия говорит, оставьте там 40 дней, дальше они месяц там ваши будут. Осия 13:11. И я дал тебе царя в гневе моем, и отнял в негодовании моем. Исаия 59:2. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице твое, лице его от вас, чтобы не слышать. Лице, лицо, читайте по-русски. Так, если написано кому лице, можете себе копию снять. Это конкретно указана страница и книга. Дал бы Бог хуже, но не нашлось. Хуже дал бы патриарха, но не нашлось. Дал бы хуже папу, но не нашлось. За грехи народа, каков грех поп, таков приход. Это верно. Но каков приход, такого и папа Бог тебе даст. Почему сегодня патриархийное, когда с нами встречаются, вы не думаете, что мы на вас посягаем, никто, да из нас никто и не с такой общины, как? Да нет, да что вы, мы даже не знаем, как себя тут вести. У нас епископ Евтихий все время был. И он говорил, где бы он ни был, ему легко было, здесь нелегко было. Подвешенное состояние. Везде спрашивают, ну, похоронили теперь 40 дней, там покойники, а вот родственники, разное такое. Здесь другое совсем состояние. Люди, знающие Евангелие, они представляют опасность. Люди, следующие за Христом, они опасны для существующего строя.
Опасно почему? Какой бы ни был строй, люди жизнью опровергают, показывают, что не то делается в стране. Так, ну-ка закройте. Это им интересно, чтобы кричали. Рядом стоишь. Ну хорошо, ну не ты, кто-то другой должен быть. Так, иди сюда. Сядь и больше не выходи, потому что ты там балуешься. Сиди здесь рядом. Все, вот и все кончилось. Че такие беспечные? Мы об этом как раз и говорим. Молитва. Я просил Надюшу начать об этом сегодня молиться. Внеси в свой синодик братьев по именам и поименно, и начинай стучать в ворота небесной отчизни. Не отойду, Господи, пока не пробудишь их. Пока не дашь им страх твой, любовь к тебе, чтобы Дух Святой руководил, Дух Святой насыщал. Вот это будет крещение Духом Святым. Ты спроси не водное только крещение. Водное получили, слава Богу. Но крещенный Духом Святым. Живешь ли в Духе Святом? Или все время охота за себя заступиться? Полслова скажешь, только уже, говорится, на дыбке. Мой авторитет подорвали. Его и не было никогда, подрывать-то нечего. Вы поносите советскую власть, сказали одной сестре. Она говорит, там худые слова, она говорит о блуднице, нельзя сказать, что ее поносят. Она блудница, это страна блудная. И они сразу замолкли. Она великая блудница, она развратила людей, увела в мир. Измена Богу на каждом шагу. У меня, я в прошлый раз ссылался на одного человека, появился, ну, в друзьях теперь он, больной. Его звать Сергей Сергий. Вчера мы поговорили с ним по скайпу. Он попросился. Ну, коротко, он выставил все это в интернете, так, «Справедлив ли Бог», кажется, называется этот материал. И вот о нем все это он сам говорит. Так, у нас у кого 1,90 рост? Братья. Ну, 1,85. У кого есть? 1,86. Сколько? 1,86. Вот, у него 1,90. У нас даже нет такого. И представьте себе, опять открываете. Открывать нельзя. Так. Так, кричит. Чей ребенок кричит? Это домашние ваши правила. Вот это вот она визгом пытается добиться своего. Да, что, я пойду уговариваю. Я уговорю сейчас, я только поставлю сюда, но ни разу не пить. Там есть взрослые. Что а? Там взрослые есть, что я там буду вмешиваться? Забери, как забери, запищать, так сану тащи. Не знаешь, что делать. Так, понимаете, вы меня заставляете отвлекаться на разные темы. Я чуть-чуть выключу. Ко мне привезли однажды Юру. Мальчишка. Я не знаю, сколько лет, это Виктор знает только. Ну, лет ему 8-то уже было. Абсолютно неуправляемый. Вот у нас городки играет, палки кидает, он тоже их в туалет сбросил. Клумба цветы растут, он тоже вырвал, через забор перескочил, он никого нет. Но мать приехала с ним вместе. Я стал говорить, она говорит, я не знаю его, я живу на 7-м этаже, она выброшу в окно его. Я уже третий раз расхожусь только из-за него. Да почему же ты так попустила-то? Ну и что? Она расписалась, что у меня есть физическое наказание, все, ну как это бланк я для всех даю. Так, я родителям не разрешаю смотреть, как я их наказываю. Тебе разрешаю. Зашли там, где играет в теннис, комната отдыха. Витя зашел, его один не может удержать. Вот бывает скользкий уголь. Вы скажете, Витя его держит вот так вот под мышкой, голова вниз вот так вот. И невозможно, что он делает. А Витя-то спортсмен. Там селище такое, и кое-как. А мать сидит, глаза опустила. Он кричит, заклинаю сердцем матери. Эти слова, значит, надо знать, сердцем матери. А мать еще ниже голову опустила. Я его обучал не более 5 минут. Теперь отпустил, теперь подойди к маме, обними, поцелуй ее. Он даже не поймет, что его, где мать, в какую сторону глазами. Вот это мать твоя, вот эта тетенька сидит. Она в платке, как положено. Обними, он встал, дальше не знает, что делать. Поцеловал. Теперь, меня положили тут вскоре в больницу. Так она приехала в больницу навестить меня. Поблагодарить. Что с моим сыном-то стало? Вы привезли одного, а дали другого. Вы не знаете воспитывать как. Одна говорит, у меня говорит, детей когда не было, я 10 методов воспитания знала. А сейчас 10 детей, ни одного метода нету. Я читал в одном магазине, мальчишка маленький сел на коняшку-то и качается, там коня такого продают-то. Но она подошла, но я не могу взять, конь-то дорогой. Он лежит, орет никак.
А она насчиталась Бенджамина Спока, главный воспитатель на Западе детей. И он говорит, ни в коем случае только трогать нельзя, наказывать нельзя. А он оказался как раз здесь. А ему говорят, так он воспитатель здесь, он умеет все это делать. Как? Она подошла, как мне быть с ним? Он так подошел, наклонился, что-то сказал, он сразу встал, мама, пошли домой. Она говорит, а что вы могли ему такое сказать, что в книжках-то ваших нету, это волшебные слова. Я сказал, если ты сейчас с коня не следишь, в эту комнату затащу, я тебя испарю, как сидорову козу. Вот и все. Вернулись в ученики к Соломону, не жалея розги, пока дитя поперек лавки лежит. Не надо мудрить. Душа с телом так связана, говорит Иоанн Златоуст, что наказывая тело, мы вращаем душу. Я возвращаюсь к болящему. Мы вчера с ним поговорили. Он разбежался, не послушал, я был такой большой юноша, представь, 190 сантиметров. Нырнул, ну как все, нырнул-то, одно-то рядом. Я услышал только удар по голове и подумал, сейчас я выплыву, разберусь, в чем дело. Он дальше уже ничего не помнит. 7 позвонков раздроблены. Врачам не надо говорить, что такое. Его вытащили, через 5 минут мозг отмирает. Его вытащили где-то через 20 минут. Ну, мертвый, что теперь вызывать, только куда? В морг везти. Но нашлись какие-то молодые двое и стали делать искусственное дыхание. Они опрокинули, и вода из него из легких-то вылилась. И он стал осознавать, где он находится. Но когда они его давили, эти позвонки все перерезали нервы. И он полностью 12 лет лежит парализованный. Я о нем сказал, что он пальцами мышкой нажимает, иконы рисует. А он сделал замечание мне, говорит, у меня пальцы не шевелятся, я это делаю плечом. Плечом рука лежит, вот так вот подвигает где-то. Вы зайдите, там его вчерашний наш разговор весь выставлен. И он говорит, сейчас, если бы обещали здоровье, вернуться на прежнее. За тот талант, который я получил, я бы не пошел. Я научился славить Бога. И далее он как говорит, у меня сколько там, 6 тысяч и больше было, как в друзьях называется, интернетно такие, виртуальные. И он только один раз с ним, мы списались, он говорит, я понял так вас, что вы хотите умереть за Христа. Вчера, говорю, он 2 раза поразил в ответах меня. У него тонкий, проникновенный ум. Я говорю, а как, у него и пролежи, там чего только не было, он рассказывает. Как возвращалась речь, а нервы перерублены, все отнято. Желудок не работает, печень по-другому. Это все совершенно отдельно, независимо от... Я даже не понимаю, как это будет. Врачи вначале говорили, жить ему 4 часа. 7 часов операция. Жить 2 дня, еще 7 часов операция. И он 12 лет лежит. И он живой. И наш разговор вчерашний по скайпу весь я уже выставил. Я думаю, он для многих мог бы послужить примером мужества. Дал бы нам пример, как ценить надо наше здоровье. Здоровье. Как нужно Бога благодарить и приготавливаться болеть. Если за здоровье нужно болеть, молить Бога и благодарить, то за болезнь дважды сугубо. Он берется Серафима Саровского. Все. Это вчера мы долго с ним разговаривали, уже в 11 час заехали. Я ему назначил встречу, один день в неделю, да, он говорит, мне общения не хватает, в понедельник с 5 вечера, так что помолитесь, запишите в синодик Сергей. Живет в Воронеже, мы нынче через Воронеж, что там мы были, мы могли бы даже заехать. Это пример, просто посмотрите. А я выставил Авучичи, этот ник, без рук, без ног, который родился, его по всему миру везут, и все это снимают, все снимают. Никто не боится, как у нас некоторые боятся, там засняли. Там каких только нету, кривых, косых, и все его обнимают, все целуют. У одного ног нет на тележке, у другого рук нет, но рук и ног он один такой. И он радуется, Христа славит. Он проповедник. У него прекрасная речь. И главное, фотомодель. Вышла замуж за него в прошлом году, что ли. Ребенок родился. Совершенно нормально. Фотомодель. И они взяли коляску, такая, что в уровне сидит там. Ну, у него же сидит только сидеть-то. И она катит коляску, идет рядом с ним. Если коляску не видно, видно, идет мужчина красивый, там, кажется, с бородкой. Нормально совершенно. И не догадаешься даже. Вот нам пример. Никогда не опускать руки. Я перевожу это на духовное. Наше положение сегодня требует... усиленные молитвы. В прошлый раз я выносил здесь этот разговор. Ну, не знаю, как вас тронуло. У нас день нашей общины в первое воскресенье, или если попадает на 19 января.
Подсказал батюшка, что в воскресенье все заняты, тем более 19-го, раз попадает, у нас 19-го был бы день. Отложить. В какой день? Ну, подумали, на субботу. Для чего это нужно? Нашим многие из вас не придут. Может, я ошибаюсь? Ну, маленько я вас знаю. В субботу вечером-то и то. Один-два раза не сходили, теперь регулярно не ходят. Уже знаешь, а зачем идти? У нас и потеряевки такие. Зачем? В канонах не сказано суббота. А если 2-3 богослужения, тебя можно исключать. Каноны есть, а тут канонов нету. Там не канона нужна, а любовь. Значит, подумать, на какой день, в какое время. Я подумал, что это удобнее сделать в субботу, потому что не рабочий день. И сделать где-то часов 10, потому что дальше уже будет богослужение. Это для чего? Для того, чтобы пригласить местного алтайско-барнаульского епископа Иванникова Сергия и священников в епархию принести приглашение. Мы такого еще не делали. И поставить, у нас будет план, показать, как образовывается община. А у них сейчас об общине столько много говорят, патриарх об этом сказал, общин-то нету. Пришел, ну приход, пришел, ушел. А вот именно, чтобы все были свои, вот как сидите здесь, родные, близкие, боль друг друга знали, молились друг за друга. Я им скажу, как это делать. Обычно как? А у них там в общине харизматический лидер. Вы не смотрите, что я такой перед вами, говорится, земляной-то. Меня это называют так. Я и лидер оказался, а плюс еще и харизматический. У меня полкласса нету, ни образования духовного, ничего нету. Я просто люблю моего Господа. И семикратно в день припадаю к его стопам, выпрашивая милости. Как с вами встретиться? Как выразить Господу благодарность и славу? Не быть безразличным. Безразличие делает человека тучным, неподвижным и укорачивает жизнь. Вы маленько для себя берите это. От общего собрания. Марина, где у меня Дубнова? Это что там в детей? Значит, сказать надо ей. Кто-нибудь скажите, чтобы при батюшке чего не хватало, она там напечатает. Да, она делает это. Делает, да? Да, конечно. Ну так. А просто там неожиданно было все. Так, по Сергию записать себе его, болящего, молиться о нем. Это не принуждение никакое. Любовь. Ну, думаю, нас Бог сроднил. И мы разговаривали, как будто мы давно друг друга знали. Ну это увидите, вчера первый разговор, вы посмотрите по скайпу, даже не узнаешь, где, а как он пришел. А он пришел в мою беседу по скайпу с Самирой, и он там оказался недоволен, она лицемерит, она там такая, на нее нападки-то. Я говорю, нет, чего нет, того нет, это я вам свидетельствую. И зерно, которое бросаем в землю, оно вырастает не на другой день. Оно до осени долго будет, а до осени это бывает иногда целая жизнь может зерно прорастать. У ней молитва идет, а раз молитва идет, и она очень ревностная, то Бог теперь дальше сам поведет. У ней там все есть. Библия на столе, две Библии. У нас иногда просят книги, мы посылаем. Мы послали священнику одному, на неделя не прошла, вчера уже благодарит, уже до этого звонил, не звонил, а опять же выходил. Я на литургии вас поминаю, там рад. Но четыре книги не дошли, они в пакетах отдельно были. Это 25, 26, 27, 29 тома. Но главное, дошел Новый Завет. Не дошли, но, может быть, еще не время, просто помолитесь. Одновременно мы послали в Америку, и тоже пока известен, ну, это океан целый. Вы знаете, о чем вас просил? Что Бог указал, нужно ли нам еще ехать. Если нужно, я в этом не сомневаюсь, что нужно, что Бог дал нам место, где остановиться, ставку. Это где-то Калуга, на Калугу. В Москве бы можно было договориться, но туда заезжать, где мы были, там на одной газельке-то не проедешь, а нам фуру туда загонять надо. Наверное, 12-метровую. Надо все это обдумать. Николай, ты мне посоветуй. У меня, говорится, шариков не хватает. Как Гена Яковлев говорил, голова квадратная. Ну, а дальше уже наш путь вам известен, если он проложится. Кое-что известно. Болгария уже который раз в Румынии подают в шенгенскую зону, и опять не приняли, опять отложили. Вот я откуда моя ошибка-то была, что я просчитал, что они подали и сказали, в 2012 году их примут, я нашел в интернете, примут, а их не приняли, я не знал решение-то там. А у них такое, там 25 государств, если хоть одно против, уже не примут. Да не, на другом конце. Не приняли, и все, почему? Они объяснили, от них много мусора и много воров. Но мы видели, что возражать не приходится. Значит, нужно навести порядок в доме, в стране, а уж воровать я не знаю как. Ну, управа все равно какая-то найдется. Если мы туда поедем, то дальняя поездка, это будет последняя, а остальное только на Россию. За ней едва ли одна еще будет. Книги почти подходят, ну, критической такой. Я уже первым целиком не могу брать, только для себя оставляю.
Стихи вообще кончились нету. Вот лежат и без моего разрешения никому не давать. Значит, о книгах предупредил. Первая часть молитвы, не часть, а ступень скажу, это просьба. Вы знаете это? Все просят тут. Все просят, и верующие, и неверующие. Любая вера. Вторая – благодарность. Тут мало кто благодарит. Благодарит за болезнь. Кто благодарит? Я просил, а где он, Бог? Ну, вы знаете, вы благодарите. Вы здесь, я не про вас говорю. Молодцы. Значит, благодарение. И третье – славословие. Взойти на эту ангельскую, архангельскую ступень и наполнить уста Аллилуйя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот научиться надо смотреть, что вокруг. Вот посмотрите, у нас шторки, красивые шторки. Если я не ошибаюсь, это и голуби говорили, нет? Не она доставала? Да, она. Вот у меня над голубями сетка натянута, это тоже ее. Если у кого есть какая-то связь, позвоните ей, еще раз поблагодарите, мы ее помним. Есть люди, которые уходят из общины, не оставив никакого следа. Вот недавно ушла Фоменко Валентина, как будто ее никогда и не было. Ну, у нас есть, которые болеют там, мы знаем. Анна Кузьминична, постоянно батюшка причащает, ездит, здесь ушла, и как будто ее никогда не было. Значит, наведаться к ней. Она такая и есть, она немощная. Попроведать, узнать, в чем она имеет нужду. Я знаю, некоторые ушли по простой причине, десятину платить неохота. Абсолютно точно. А почему? Сын пьет, сын какой попало, вот и все. У нас была одна у Анны Кузьминишны, знакомая Александра. Бабушка высокая такая была. И когда сказал, выявил, что она не платит десятину, она, а я просто так хожу. Но она, правда, крещение не принимала. Говорит, она доказала, вроде бы крещена. И все. Ей уже 70 лет, наверное, было. Смотрим в городе. Она уже другая, в брюках накрашенная, в 70 с лишним лет. Значит, десятина проявляет кое-кого, на месте он стоит или нет. Я посмотрел про наших плотниковых в Греции, и как хозяин ее, Дмитрий Устинович, говорит о десятине, мы не хотим быть ворами, и говорит это на весь мир. Знаете, сердце радуется. Значит, семя пало на плодородную почву. У него пятеро ребятишек, приехали, там кризис, работы нету. Он говорит, вот она, Марина говорит, пошла, 50 евро дали. 5 я положил, ну с 5 никак. Но меня, говорит, через неделю еще позовут, у меня еще 5 евро будет, я отнесу. Это она говорит, на весь мир выставлено. Крест над Европой, Афины. Семя прорастает. Я хотел сказать еще про этого Сергия. Что самое интересное, это почему он на меня вышел? Он, оказывается, давно уже пасется на форуме. Ваши пленки прошлые годы попадали ко мне. Вот как Михаил Кальмаев из Семиртау. Пленки круглые тогда были, назывались, как они, катушки. И он слушал. И сердце куда его поворачивалось. Мы не знаем семя, куда упадет при дороге или на каменистую почву. Но ты сей доброе семя всегда. Пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. Это у баптиста такое песнопение. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести. Какие слова-то чудесные. Вот и все. Значит, припомните в вашей жизни, кто что вам сделал. На вторую ступень зайти за этих людей. Посмотрите вокруг, кто часы изобрел, кто-то краски, кто-то кирпич, кто-то обои. Господи, я никогда не задумывался, как алфавит нам дали, какой он хороший. Грамматику придумали, где запятые ставить. Кто-то интернет придумал, можно жирным поставить. Боже мой, как меня ждали здесь на этой земле. Я такой желанный. Для меня уже все было приготовлено. Вот эту дерево плиту, ДВП, там все. Это все для меня, я этим пользуюсь. Этот дом кто-то строил, я не строил, где живу, а кто-то строил. Ну, мне компенсировали в честь того, что я выиграл суд. Но я благодарю Бога, кто это строил, кто вот эти с Украины были, тут наши, Николай Польгуев там делали двери и прочее, прорезали. Сидим за столами, его Олег звать. Да будут они благословенны со своей Татьяной, хотя между нами уже связи никакой нет, и это не касается. Обведи взглядом все, чем ты пользуешься. Посвяти этому секунду одну для размышления. Господи, они уже ушли. Но не так облегчили нашу жизнь. Топор, пилу изобрели. Благодарю тебя, Господи. Сколько людей, которые думали, мучились, не получалось у них, как вот с сотовым телефоном, с мобильным-то. Сколько он, Мартин Купер, нервов-то изорвал.
И наконец получилось. А дальше уже начали увеличивать. Я считал, как магнитофон изобретали это. Получилось, первая запись шла на проволоке металлической. Представьте, на проволоке. И вдруг остановилась, еще не 30 лет стояла на месте. Не могут сдвигать с места. Оказывается, на головку нужно было подавать там какие-то колебания или напряжение какое-то там в несколько тысяч раз больше, чем есть. Это не то напряжение, которое убивает. И сразу все сдвинулось, а дальше уже пошли те, которые улучшают. Почти 30 лет на одном месте стоялось, ждали, когда родится этот человек. В Швейцарии славились часами. А хорошие часы или нет? А вот он где, часовщик у них там были, а по горам идти, там 30 километров. Он обязан был часы взять на спину, а часы-то большие были, на стену это, маятник-то качает. И с ними завести их там, а тут прийти и показать, идут или не идут. У нас следующий Володя работал, записывал коров паста, и вдруг отказал работу, то ли стрёс, то ли чего. А это часы. А дальше подумай. Я ухожу из жизни, а что я оставлю? Чем после меня люди будут пользоваться? Кому я облегчу жизнь? Кому я дал добрый совет? И за то, что тебе это позволено, тоже возблагодари Бога. Когда даешь милостыню, конечно, благодари тот, кто получил. Но ты благодаришь, что нашелся человек, который нуждается в этом. Я уже говорил, вот мы едем, дарим на миллионы. Вот за 2 года на 7 миллионов 150 тысяч подарили. И каждый раз, когда это даю, у меня внутри какое-то особое чувство радости такое. Я дал, Бог нашел, расположил. А о том, что я теряю, я потратил здесь, вся жизнь моя зашла, даже вот миллионной доли этого нету. Я просто радуюсь и смотрю на них, какой ты счастливый. Тем, что раскрыл объятия. Все для тебя. Сейчас это все библиотечное, что вы проехали за рубежом, выставляется. Наблюдайте за этим. То есть переведите себя на вторую и третью ступень. И всегда-всегда думайте, а день смерти может внезапно наступить. И вот этот Сергий-то, который больной-то, он говорит, почему не любит о смерти разговаривать? Считаю, и как будто бы смерти никакой нету. О смерти постоянно говорили святые. О смерти мы считаем в первой книге Бытие. Смерти умрешь. И последняя книга Библии говорит, и смерти больше не будет. Смерть – это не сторонняя какая-то фраза. Она касается каждого из нас. Вот пройдет, ну, если бы жизнь продлилась на земле, ну, допустим, 100 лет. Ясно, что это пустое место здесь будет. Да и от дома ничего не останется. Поэтому со смертью, как с высоким напряжением электричества, на вы разговариваете. Не смейся, потому что она может в темечко сунуть инсульт. Она может по сердцу инфарктом, говорится, пробарабанить. Господи, я готов. Как тебе угодно. А смерти? Смерти нет, есть воскресение. Смерть побеждена, вырвано ее жало. А жало смерти – грех. А сила греха – закон. Мы не под законом, а под благодатью. А всякая благодать сегодня считали за Толстого. Я спрашиваю, ну там как спрашивать-то? Вас. Скажите, а что значит всякое? И вообще слово такое не произносится. А Златоуст сказал, говорит, и сподобишься всякой благодати, когда милостыню будешь подавать. Что означает всякой? То есть не одна благодать. Понимаете? И когда вот задумаешься в эти слова, и на душе делается радостно, на это ты меня подвигнул Духом Святым, чтобы я задумался. И теперь благодать, благодарение за то, что тебя злословят. Что лихая сноха у тебя попала, при жизни тебя из комнаты выталкивает. Благодарю тебя, Господи. Вот Пашков, протопоп Авакум, хотел застрелить. Поносит его, вот раскол показывает, щелк. Нет, он второй раз. А он говорит, я тебя еще постригать буду в монахи. Он от злости лопается. Поносит, он говорит ему, Афанасий, благодать в устах твоих. Я же за это награду получу. Когда поносят, ты возблагодари Бога. Ему достался жребий такой, а мне такой. Прости, он вообще не понимает, что делает. Научиться вот эта благодать, благодарение за все, за болезни. Они так, болезнь маленькая, вот начинают, а то вот натирание сделай, а вот это сделай. Любое натирание проникает вовнутрь. Тебе отражаться будет на зрении, на всем. Я повторяю, я натиранием не пользуюсь, таблетки у меня никогда не были. Я сильно раздражаю этим людей. Что вы, железные что ли? Ничего не болит, все болит. Но я не болею, это боль, это нормальное состояние, тем более 74 года. Что спрашивают-то? Что за плечами? Корявая биография, морозы и жара. Благодари Бога.
Особенно сегодня ропщут на Бога, что-то не додали, а вот эти там такие олигархи где-то захватили. Другой бьется, ребенка любыми путями надо, у другого что, не успеет к жене войти, уже беременная ходит. Да что такое, не успевает ее в абортисом посылать-то. А ты за все благодари, есть или нет? Экстра там корпоральное какое зачатие. Выбрось из головы дурь эту, есть или нет, богатый или бедный. Наполни уста благодарностью, Господи, как нам хорошо. Будешь многочадный, призови Иакова на помощь. Будешь бездетный, призови Павла Златоуста. Ты везде найдешь тех, одна вышла замуж, другая не вышла. Не спеши, доверься Богу. Проси, Господи, ты знаешь, какой мой талант, быть одной или быть семейной. А вышла замуж, превратись в камень. А у тебя есть еще кто, еще не на крючке. Так что посиди пока одна, а там будет видно. У меня все. Если вопросов нет, я попрошу вас, не торопитесь сегодня уходить. У нас же идут здесь занятия. Остаются одни и те же люди, не больше 12 человек. Так, Володя хочет что-то сказать, возьми у него. Ну, я только напомню то, что мы на том воскресенье, я объявление давал, что организовывать группы по занятиям, по изучению Библии, где-то на дому. У кого прошлого занятия были? У меня были. Так, вопрос. Мне вчера пришло известие такое, насколько достоверно, надо проверить. Будто бы Кубайкина Галина Ивановна болеет. Да, да, болеет. Болеет, и сказали, при том подозрение на нехорошую болезнь. Ну какая нехорошая болезнь? Вирусная болезнь, поражающая нервную систему, опоясывающая лишай, ничего такого. Значит, обязаны, тут уже прямо обязаны крепко помолиться о ней. Не потому что она какая там, у кого не знаю, какие отношения, она весьма лучший человек. Ее имя осталось на Новом Завете, на других книгах, как Марины Дубуновой. Эти люди чрезвычайно помогли мне, будучи корректорами. Значит, молиться. А что, она не позвонила где-то? Спросите ее, почему она не позвонила? Она мне звонила, поэтому я все говорил вчера. Почему ты мне не сообщил? Уже... Вчера уже молились вчера о ней. Молились уже о ней. А я не слышал. Ну как не слышал? Значит, для глухого две обедни не служат, но ты послужи ее все-таки. Подойди и скажи, я прошу, что я не слышал, подходите и говорите. Мне особенно бывает тревожно, когда болеет или что-то, а я не знал. Я предстаю перед Богом. Я приношу Богу мои просьбы, не ища ничего своего. Ну что, зарыли? Да нет. Так. И вот этот человек, который Сергий заболел, рост 190. И вы думаете, он какой вес у него стал? 30-40 килограмм. 30-40 килограмм, это что, это лежит только один скелет. И он руки не опустил. Вы посмотрите, у него целый ряд икон, которые рисует, он вступил. Он вот так как-то на мышку кладет руку там, и плечом где-то пошевелит, и все остальное выводит, делает. Мы когда раскрашивали Гюстава Доре, программу нам дал Женя Клеменов. Дай Бог ему спасения и веры. Ну, я начал рисовать. Вот сидит Игорь Дубунов. Он прошло, мои картинки две посмотрел, увидел, какой я художник. Он тоже меня попросил в сторону. И сам все перерисовал. Я согласился, таланта нет. Хотя в зачатке был талант, когда-то рисовал. Ну, а тут не ту одежду, не такого цвета. Ты не читал разве? А ты в фильме не смотрел? Считал и смотрел, но забыл. И он правильно, что меня отстранил. Теперь... благодарность. В одном месте, правда, раскрасили так, когда женщину там изнасиловали, у Лидии-то одного, и он ее на 12 частей разрезал. Она лежит в одном одеянии, и картинки при том рядом, а везет ее она в другом. Была в синем, а теперь в красном. И стали объяснять, как я в руках. Она же вся была испачкана, а он был у тестя, ее переодели. О, какая мудрость. Это у вас такие художники, да. Они с проглядом все делают вперед. Даже не написано у них в мозгах написано. Любил жену. Да, ну мне сделали замечание. Я прекрасно. Замечание в прошлый раз было. На собрании, правда, это Потеряевки, я узнал, где люди крестятся неправильно. Как вам не страшно, люди ваши Бога не боятся. Вот это да, думаю, вот учитель-то, я скорее к ней. Ну ты скажи, где? Она нашла и показала, на какой минуте. Значит, креститься надо, как положено, чрево, пуп, право и лево. И поклониться так, чтобы рука могла в пол достать. Я все просмотрел, нигде не нашел, что плохо крестятся. В это время Игорь Глушков заходит,
Но с Игорем там получилось, как я сижу спиной, а сзади на скамейке сидят, вот не они, Лагушкова. Я говорю, ты садись сюда, она показывает, мне тут удобнее. Ну и пусть сидит. Ну подошла Серафима, рядом села. Ну, Серафима это хорошо. Теперь я поворачиваюсь к Серафиме-то. А на стуле-то сидит раза в два потолще и раза в полтора выше. Игорь Глушков. Я припомнил одно житие святых. Ее взяли, и император приговорил, чтобы каждый заходил в войны и насиловали ее. Но первый пришел христианин. Он дал ей переодеться и говорит, ты лицо закрой, выйди и уйди. Ну и следующий-то выходит уже готовый. А там мужик, он говорит, что воду в вино превратил в знаек, а чтобы из женщину в мужчину не слыхал такого. Я это припомнил. Сидела Серафима, а теперь сидит Игорь. Такого чуда я просто не видал. Бывает, когда я-то не вижу, что они там сзади заходят, выходят. Так что в нашей жизни бывают иногда моменты, напоминающие описание, которые вызывают улыбку на лице. Этого бояться не надо. Меня он спрашивает, а у вас поют люди или нет, а кто рисует или нет. Человек должен быть всесторонне развитый. Я этого не знаю, всесторонне развитый. Я знаю, что если есть талант, у нас не запрещено рисовать. Теперь я так и не получил от вас ответ, на какой день. Через неделю, после 19 января, приглашение мы можем уже тогда написать к Новому году. Предложения какие? Мы думали, что на субботу, часов на 10. Какие ваши? Давай. Ну тут, если епископа приглашать, тут батюшка главное. Батюшка будет. Вопросов нет. Это так одно. Батюшка уже знает, что его будет? Да, конечно. А, и теперь просто нам нужно... Это нужно сказать. Теперь согласовать. А-а-а. И батюшка пристроится к нам. Но это выгодно. Он приехал, батюшка, и тут и остается. Так, какие другие предложения? Тем более, от назначенной даты 19-го, первого воскресенья. А мы на день раньше. Ради них. Потому что они на богослужение заняты, их нету. Какие предложения, что потом... Нам... Да. Позвонить епископу и священникам, кто когда может прийти. Ну да, так... Займись завтра с этим делом. Я не предлагаю. Мы однажды едем из Иркутска, так было, и в это время Игорь сидит и вот этот самый Игорь Владимирович Третьяков и говорит, а вам мысль не приходила доехать до Хабаровска? Мысль. Слышишь? До Хабаровска. Игорь, ты помнишь это? Был разговор, да. Похоже. Я помолчал, а рядом сидит Сергей Пупков, а он за рулем. Я говорю, Игорь, а вот когда поступает доброе предложение или недоброе, как я поступаю? Он подумал, ну, наверное, обдумывать начинаете. А Сергей подсказывает, он поручает тому, кто предложил, тогда ты разрабатываешь план. Я говорю, я принял, уже помолился. Я думаю, не до Хабаровска доехать, а до Владивостока и до Находки. Чтобы нас уже туда не тянуло. Мы так и сделали. Но это предложение, мы бы там не были, как бы не он. У него бывают дельные предложения, но только с места трудно сдвинуть. Почему? Поздно встает. Под лежащий камень вода не течет. Нужно рано вставать. Интимная встреча с Богом. Просто радостная встреча. Я вам говорил, последние мысли вот приходят, ложись спать. Господи, только бы ночную молитву не проспать. Большая она, маленькая, не имеет значения. Только бы не проспать. Ангел, пробуди меня. Я просто хотел сказать, вот вчера уже идти надо, ну, мы в натяг идем, время, сердце-то больше не тянет. И вот осталось уже четвертый час, пять минут. Хочу, не хочу, а я решил, все-таки надо посидеть, успокоиться. Я сел, я делаю так, мешочек, ну, тряпочный накидываю, чтобы маленько до глаза закрывал-то. А сам смотрю на часы. И тут же сразу поплыл. Проснул и слышу, кто-то мне вот так вот по коленке три раза ударил. Я вскинулся, нигде никого нет. Я понял, скорее молиться. Благодарю тебя, ангел мой. Угу. Прошло 5 минут. Он говорит, 15 минут тебе слишком много. Прямо ясно, четко по коленке вот так поступил. Я хвалюсь моим Господом. Сказал, ты воображаешь. Ну, воображение – это неплохое качество для лидера. Первое место занимает. Если вопросов нет, поблагодарим Бога и попрошу, останьтесь, то уж никак. Сейчас каникулы будут в конце недели. Так, слушайте. В конце недели каникулы будут. Так. И Галину тоже можно сказать, что не будет нас, ни детей, ни нас, следующие выходные и еще следующие. Два выходных не будет. Да, там неделя каникул, как раз нас... Молитесь, пожалуйста, за путешествующих. Да, все в разряд путешествующих. Со 2 ноября. Да, в пятницу последний день. Плюс два выходных. Да. У меня еще объявление, братья и сестры. С 4 ноября по 20 ноября меня не будет, я буду в Москве.
на учебе помолитесь о мне путешествующим. К отцу Кириллу Сахарову обязательно зайдешь, Персеневка. Готовы ли нам дать большое помещение? Я еще хочу попросить, я путешествую тоже хранителя в Красноярск, уезжаю 31-го. Ты поблагодари сначала всех, что молились за тебя отсутствующего. Такой трудной обстановки был. И благодарю, что молились за меня отсутствующего. А где ты был? Скажи, как всегда. Коротко, где ты был? Я был на границе с Кемеровской областью. 35 километров от города Белово, в горах, высоко, там 480 метров над уровнем моря, там месторождение золота у нас, в Алтайском крае. С одной стороны втекает в Алтайский, а впадает в Кемерово. Поясняй, золото. Геолог. Какой институт такой еще? Красноярский институт цветных металлов и золота. В 86 году. Там мы ищем золото, находим его и добываем, и отдаем государству. Золотой ты наш. Да. Если много, то хорошо, если нет. А да, и машина у меня сломалась там, ну, работа такая. Двигатель заклинил. Что вы стоите на особом учете в органах КГБ, чтобы не разворовали и прочее золото? Называется 6-й отдел. По борьбе в особо крупных размерах и с драгоценностями. Действительно так? Да, конечно. И они к нам, нас посещают. Ну, там майор постоянно приезжает, ну, сейчас не приезжает, а вот когда, и он со мной знакомился, там, расспрашивал все, как, где можно легко достать золото, чтобы можно было перекрыть каналы эти. Ему трудно было молиться, пристает, он в другую комнату там уходил, посты все соблюдал, ты знаешь, там брат был свидетелем, начальство все знает, что ты верующий. Ну, не только начальство, там все знают, что верующий, и поэтому очень сложные отношения со всеми. Нету ни одного человека. Ну, бывают положительные, повара обычно. А так практически со всеми. Все пьют, все курят, все матерятся. Чтобы рассказать о Христе, это нужно там подойти. Очень сложно. Это когда один на один остаешься, они уже там по дому соскучились, тогда могут послушать. Как в тюрьме, в общем. Типа такого. А пока вместе там собираются стаи, это стаи просто голодных до греховной жизни людей. Им какое там благочестие слышать? Они хотят еще напитаться вот этой всей гнилью и гадостью. А я тут со Христом, чистая жизнь. Одна жена любимая, да это нереально даже. Но вы-то понимаете, у вас у самих все знакомые курят, пьют и матерятся. Все. И куда ни заглянешь, кажется, в семью, там это гадость. Но однако, мы-то здесь с вами. И говорят так, я говорю, ну что вы ко мне пристаете, как пьяные все ко мне, вот только выехали. Ну там этот, ну нас руководитель говорит, ну идите, говорит, поешьте, там стол такой накрыли, там фаршированная щука, лососи там, ну в общем отлично. Я подошел, а там пьяные, и сразу ко мне все. И я говорю, что вы ко мне пристаете, а ты живи как человек, тогда мы тебе, а пьяные стоят, тогда мы к тебе приставать не будем, то есть выпей с нами. Я говорю, я не буду с вами пить. Никогда не буду пить, не то что с вами или не с вами. Бить не били тебя? Да слава Богу, как-то Бог упас. У астраханца Валерий Петрович, у баптистов, взяли юношу, ну и дорогой так же, заводит сержант, пей. Он говорит, я не пью. Они второй раз. Они его избили, челюсть сломали. Но как-то Бог сделал так, что он приехал, все это и записал. И здесь ему дали там, значит, майора, кто там бил, там капитан, всех осудили. Там сроки дали, притом солидные так. Это как-то Господь так сделал. Поэтому в армии, которые идут, издевательства, вы все время помните об этих людях, незнакомых. Вот посадили Квачкова Владимира. Я так, неведомый нам Владимир. Виноват, не виноват, это суд там разбирается. 14 лет, что ли, запросили. Он, доказали, что именно хотел поднять революцию в России здесь. И второй там герой, какое звание, Леонид его звать, полковник тоже, это тоже полковник ГРУ. И тоже посадили, там каждые 3-4 года дали. Его Леонид звать. Мы каждый день за них молимся, чтобы выдержали, задумались о жизни своей. И адвокат доказывал не виновность и виновность, а доказывал, что народ имеет право на революцию. Вот стоит эта позиция. Согласно международным нормам, народ имеет право сметать ненужного правителя, если он против народа идет. Потому что там все доказательства были, что он именно так было, как есть. И она поэтому избрала такую тактику. Но это не взяли во внимание. Поэтому не нам разбирать виновных искать, а нужно научиться благодарить Бога. Мы в теле и сами можем попасться. И это всегда помните, говорит, узников, ибо и вы сами облечены этой плотью. Благодарить Бога.
Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи Боже наш, слава Тебе за услышанные молитвы, что мы мирно провели это время. Если в чем погрешили, Ты прости нас и помилуй. И о чем мы рассуждали, устрой как Тебе угодно. Благослови болящих, неведомых нам узников, за слово Твое томящихся или за необдуманные поступки. Всех выведи на свет свободы, болящих посети этого Сергия. Дай ему выдержать до конца путь, пройти достойно, не возроптать. Ты через него многому нас научаешь. Сохрани это место для славы Твоей. И когда мы должны собраться, положи нам на сердце Твое, чтобы были те люди, которые не расположены к нам среди нас. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Давай, шагай, выше. Это новое? Да, Игорь Бушков. На всякий случай, я тебе. Да, все уже.